Первокурсники готовились к творческому конкурсу несколько месяцев. Затем номера каждого факультета во время отборочных дней отсмотрели члены жюри, в число которых вошли руководители творческих коллективов университета, специалисты в области вокала, хореографии и других творческих направлений. А уже в гала-концерте новых звезд БРГТУ выступили лучшие из лучших. Могу сказать, что действительно наши первокурсники, студенты Брестского государственного технического университета, все уникальны. Они все личности, они себя очень хорошо показывают уже в начале пути, в учебном процессе. Мы очень надеемся, что за нашими ребятами большое будущее и в науке, но эти вещи видны не сразу. А вот творческие начала, умение командно подойти к делу, придумать новый проект, реализовать красиво, командно, вот это мы уже видим. Наши первокурсники действительно уникальные ребята в том плане, что они сгруппировались, они организовали работу, прошли предварительные этапы отбора на факультетах. И сегодня на итоговом этапе фестиваля «Новые звезды БРГТУ», «Новые звезды 2023» мы думаем, что ребята покажут уникальные номера, которые действительно носят и творческий характер, и идейный характер. Наши ребята на самом деле самые лучшие. Перед началом ребята немного нервничают, ведь гала-концерт – первое большое событие в их студенческой жизни и первый большой шанс проявить себя. Мы приготовили танец, хотели поучаствовать, потому что, чтобы не быть пассивными, нужно же быть активными в жизни университета. Мне очень нравится это мероприятие, я давно хотел поучаствовать в жизни университета, как-то отличиться в жизни университета. Запомнится, можно сказать. Игра на музыкальных инструментах, сложная хореография, авторские стихи, вокальные номера. Все эти таланты раскрыли зрители и слушатели студенты БРГТУ. Чтобы поддержать командный дух и вселить уверенность в юных артистов, одногруппники первокурсников с удовольствием дарили выступающим аплодисменты. Свою любимую группу М158. Какая ваша группа? М158. Очень хорошая, активная. Они сегодня покажут народный танец. Мы за них все болеем. Самым творческим и креативным признали строительный факультет. Студенты покорили жюри, проявляющиеся картиной с эмблемой любимого вуза. Второе место у факультета инженерных систем и экологии. Третьими в борьбе талантов первокурсников стали студенты факультета электронно-информационных систем. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.